Однажды, гуляя по улице, вы нашли вещь, способную изменить всю жизнь. Вень, ты что там застрял? Давай к нам. Вень, догоняй! А таинственный незнакомец готов исполнить ваше заветное желание. Ты ведь хочешь стать таким, как Макс, да? Тогда девушка, о которой мечтаете, становится вашей. Это забавно! А роскошь — нормой жизни. Это еще не все, что у тебя будет. Но будьте осторожны со своими желаниями. Они могут сбыться. А таинственный незнакомец назовет свою цену. Враг твой, человек, который тебя ненавидит, получает вдвое больше. И игра начнется заново. Yes! Гриш, у тебя есть враги? Да. Но выбор не будет простым. Этого не может быть. Я прихожу к каждому. Что выбрали бы вы? Любовь, роскошь или месть? А давай мы тебе удалим один глаз, а ему в два раза больше. Мне нельзя в больницу. Я поняла. Я не боюсь тебя! Фаворит медиа представляет Михаила Дорожкина. Я устал ненавидеть. Сергея Губанова. Я готов загадать желание. Александра Анатольевича. Все как по нот. Наталью Рудову. Здорово, что мы встретились. В самом загадочном фильме осени. Третье желание. Напоминаем вам, что истекает срок погашения задолженности. Просим вас своевременно загадать третье желание. Заранее благодарны.